Всем привет! Сегодня очередной обзор про вас. В этом выпуске я представлю вам выставленную на продажу буханочку 2010 года выпуска. Давайте начнем. Детально рассмотрим интерьер и экстерьер. Как видите, здесь уже такое вот утепление. Пеномонтажная. Куда же без нее-то? Форточка регулируется проволочкой. Здесь, наверное, были когда-то динамики. Сиденья обтянуты непонятно чем. Ну что, давайте заведем этот внедорожник. Заводится с полтычка. Замечательно. Трехспицевый руль, в чехле подвит изоленты. О, мне это показалось. Прикольно. Смотрите, что делает стрелка спидометра. Переключение между баками, правый и левый. Аварийка подперта шурупом. Солнцезащитные козырьки отсутствуют. Салон очень просторный. Следы коррозии почти на всех элементах. Сквозных дыр вроде как не наблюдается.